Обработайте матрас солью и избавьте себя от пылевых клещей. Как вы знаете, матрас обязательно нужно пылесосить регулярно, но этого недостаточно. Берем миску, наливаем стакан воды. Добавляем столовую ложку с горкой соли. И столовую ложку средства для мытья посуды любого. Помешаем. 2 столовые ложки уксуса 9% обыкновенного столового. Переливаем все в пульверизатор для удобства использования. Наш раствор готов. Теперь нужно будет попшикать на матрас и влажной тряпкой вот так вот его почистить. Весь матрас. Но предварительно, извините, предварительно его нужно пропылесосить. Если у вас аллергия, а тем более кашель какой-нибудь неизвестного происхождения или насморк, почистите ваш матрас. Вполне вероятно, что это от пыли и клещей, которые в нем обитают. Кстати, вот у меня супер дышащий матрас. Если я надену на него чехол, непромокаемый, знаете, такой, он нивелирует все свойства матраса. Поэтому я никогда не надеваю непромокаемые чехлы. Смотрите, сколько грязи, видите? Вот. Тогда нет смысла покупать дорогой качественный матрас, если вы на него надеваете какой-то непонятный чехол. Понимаете? Так, вот смотрите. Прям белеет на глазах мой матрасик. Мяконький, дышащий. Вот, сколько грязи. Оказалось, что он идеально чист. Так что пробуйте это средство и добавляйтесь в телеграм-канал «Самый полезный». Там много важной информации.